США, Великобритания и Австралия представили план по усилению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Партнеры по недавно сформированному альянсу AUKUS согласовали поставки Австралии по меньшей мере 3 ударных атомных подлодок американского производства. При необходимости их число может быть увеличено до 5. По итогам трехсторонней встречи на базе Тихоокеанского флота США в Сан-Диего глава Белого дома подчеркнул, что субмарины, которые закупает Канберра, будут вооружены конвенциональным оружием. For the first time ever, it will mean 3 fleets of submarines working together across both the Atlantic and Pacific, keeping our oceans free, open, and prosperous for decades to come. The scale, complexity, and economic significance of this investment is akin to the creation of the Australian automotive industry in the post-World War II period. Вашингтон и Лондон сформируют ротационные силы из подводных лодок в австралийском Перте для проведения совместных учений. Лидеры трех стран также объявили о разработке субмарины нового поколения. По словам участников AUKUS, оборонный план – ответ на милитаризацию региона со стороны Китая. В Пекине осудили сделку и призвали альянс, цитата, «отказаться от логики холодной войны».